Вступивший в работу с начала года новый режим налогообложения в виде единого налога на вмененный доход предполагает обязательство, возложенное на плательщика с момента появления определенных обстоятельств, которые и предусматривают уплату вышеназванного налога. К таковым относится оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств и их компонентов. И первым основным моментом является понимание того, что нужно платить этот налог. Второй основной момент – наличие факта осуществления услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств. Третий момент – факт оказания услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств. Делая вывод, можно сказать, что организации обязаны начать уплату единого налога на вмененный доход в случае, при котором осуществляемая ими деятельность подходит к трем вышеназванным критериям и среднесписочной численности работников за месяц, которая не превышает 15 человек. В налоговой инспекции по Московскому району города Бреста на учете состоит 34 организации, исчисляющие единый налог на вмененный доход. За истекший период текущего года они пополнили бюджет на более чем 1 миллиард 200 миллионов рублей. Еще раз напомним, что такое единый налог на вмененный доход. Это произведение фиксированной суммы доходности на одного работника в месяц и средней численности сотрудников организации за отчетный месяц. Сухая законодательная формулировка предполагает, что руководителю предприятия вменяется платить налог на каждого человека у него работающего. В соответствии с решением Брестского областного совета депутатов номер 342, базовая доходность на одного работника для цели исчисления единого налога на вмененный доход в городе Бресте составляет 16 миллионов рублей. В случае выявления факта осуществления организации деятельности услуг автосервиса без уплаты данного налога и предоставления декларации на налоговая база увеличивается на коэффициент 10 за месяцы, в течение которых декларация не была предоставлена.